Привет, теннис на канал «Шанс подняться». Хочу поговорить про матч Маркета Вандрушева Даши Касаткина. Надо будет быстренько обсудить, потому что матч уже совсем скоро. Значит, между собой встречались два раза. Один раз в 2017 году Даша Касаткина выиграла 2-0. И один раз уже в этом году, если не ошибаюсь, Вандрушева выиграла 2-0 Касаткину. Это было на каком-то из мастерсов. Или Майами, или Индиан Уэллс. В общем, что хочу сказать. Вандрушева большая молодец, сотворила сенсацию, обыграла Симону Халеп. Касаткина тоже потихонечку маленькими шажочками приходит в форму, обыграла Синякову. Но она ей пока еще на протяжении карьеры не проигрывала. Все-таки я верю в то, что именно Вандрушева на подъеме сейчас находится. Именно ей удастся сейчас Касаткину выиграть. Скорее всего, это будет достаточно легко. Ну, я так считаю. На грунте, конечно, все возможно. Но я вот верю именно в то, что Маркета имеет гораздо больше возможностей. И последний раз на харде она выиграла достаточно уверенно Касаткину. Это было там 6-2, 6-1 или 6-2, 6-3. Очень легкая победа. Вот. При всем, при всей опасности, при всем том, что Даша может показать хороший теннис, уже сейчас это как бы более явно, более близко и так далее. Я все-таки считаю, что именно этот выбор или же сет от Маркеты Вандрушевой является достаточно хорошим вариантом для какого-либо экспресса. Вот такая у меня мысль. Я по-быстрому записываю, уже темнеет на улице. Парк вышел погулять. А завтра матчи пока я не вижу в расписании, но, естественно, они появятся. Ну, вот такая мысль. Не знаю, что скажете, пишите в комментариях, какая у вас идея насчет этого матча, есть ли здесь какой-то подвох, какая-то опасность. Потому что Рим, итальянский мастерс, единственный, который впритык перед Ролан-Гаррос, и многие фавориты могут проигрывать, просто чтобы им отдохнуть перед основным грунтовым турниром года. Поэтому пишите в комментариях, очень жду вашего мнения на этот счет, на этот матч, и на прочие матчи однозначно. Может быть, какие-то мужские сегодня по два матча играют многие-многие, поэтому многие устанут. И Вандрушева будет играть второй матч за день, и Касаткина, и обе они сыграли по три сета. Ну и спонсор канала, как всегда, компания MLBet, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам. Ссылка на приложение и на сайт есть в описании со специальным промокодом, который увеличивает ваш бонус на первый депозит до 9100 рублей, на 30% больше, чем стандартный бонус. Поэтому скачивайте, очень удобное приложение, высокие коэффициенты, быстрые выплаты, хороший букмекер, там играю я и вам советую. И подписывайтесь на канал, лайк этому видео. Пока!